Эй, ребята, а сегодня я вас хочу пригласить на игровое сообщество Mega 7. Только взрослый коллектив, только качественные сервера Майнкрафта, CSS и CSGO. А в Майнкрафт тут ведется фильтрация игроков, так что плохих игроков или же гриферов, тех злосчастных, вы тут не встретите. А каждый сервер имеет, конечно же, свою изюминку и как минимум лагов. Что еще нужно для прекрасной игры? Тут есть все. Этот сайт вы сможете найти по ссылке из описания и играть на любимых серверах. А также смотрим мое видео. И всем привет, с вами Мистика Лагерь. Знаешь, что я нашел? Кого? Я опять нашел. А, глянь, как мне пятки пожарило-то. Кто? Я нашел этот обсидиан. Обсидиан? Не, у меня немножко есть обсидиан. Он, ну, мало у тебя есть. А он интересно. Не, нормально, забирается. Мне надо. Я, в принципе, он на эффективность. Ух ты, какое быстрое, слушай. У нас еще дома есть обсидиан, но. Не знаю, он нам только на этот, на телепорт нужен, в принципе. Я его, конечно, чуть соберу, посмотрю. А, кстати, а может из него что-то можно сделать? Пошли, я попробую сделать, я не знаю, из. И это будет выглядеть глупо, наверное, но я попробую сделать из светящейся пыли портал. И залить его водой. Давай, сейчас попробуем, кстати, да. А вдруг прокатит? Водой хочешь залить? А чем? Я думал, чем-то другим. Что сколько оленей? Хиппинг 3. Этим зачаровывать, что ли, нужно? О, вот из чего делается эта крутая броня, которая у меня сейчас есть на мне. И меч делается, кстати, крутой, на добычу 2. И лопата. Чёртовы олени, кирка, как я хочу убить этих оленей. Чтоб в рандоме меньше было. Чё я собирал тут? Я собирал. Так, все, я выкинул ворона тут. А, так что, ТП-шкаться, да? Пошли. Стой, стой. Я иду к тебе, ТП-шкайся. Не делай резких движений. Все, ты пэшнулся? Да. Я первый. Ты у меня все равно не прогрузился, так что давай. У меня цветопыль, кстати, в этом дом у нас лежит. Сейчас у я посмотрю. Тоже немножко есть. Сделаю нам эти блоки и попробуем тогда сначала ты хочешь с обычной цветопыли сделать, да? Ну а с какой у тебя есть волшебная цветопыль? Не, ну просто ее так можно как-то переделать же. Нет, нельзя. Если не знаешь, да, ее можно переделать. Наркоман. Мне смс-ку, знаешь, кто прислали? МТС. И меня спрашивают, это мой номер? Они мне пишут на номер и спрашивают, это ваш номер? Нет! Я говорю, нет, это не мой номер. Просто занял у соседа. Так, стоп, что здесь интересненько? Есть здесь много чего нам не нужно. Нет, я на всякий случай... Нет, нужно положить. Где тут... Блин, такое ощущение, что меня сейчас хочет убить одно большое пламя. О, жемчуг Эндера. Ну-ка, его ж, по-моему, можно восстановить. Отлично! Оно реально восстанавливается с помощью жемчуга, так что я буду их носить с собой. Я всегда с собой ношу жемчужу Эндера. А, кстати, у меня, по-моему, их уже были. Их было несколько. А, у меня их 3 штуки, все. Пускай будет. Так, часы будем брать с собой? Я на всякий случай возьму часы. А что они, блин, делают? Так, это тоже возьму с собой, это оставим. Гидру пойду повешу. Не-не-не-не-не, меня пнули, себя меня дома. Пнули. Пнули. Что там пнули, с тобой? Меня пнули. Блин, тут крипер возьму, ты что, на, получи. С одного удара, прикинь, крипер убил. Взорвался! Прикинь, взорвался, да. Ничего, не переживай. Слушай, он, по-моему, бесстрашный. Обалдеть, мне же все тут застраивать. Что он натворил? Фу, хорошо, у меня тут стекла не было. Не хватает земли. Собирай землю. Ок, золотой слип такой. Слипок? Ок, слипок. Наш слепили и кинули в меня. Ужас. Ужас, беспредел. Вот в мое время такого не было. Так, все, поднимаемся. Так, надеюсь, хватит. Ты чувак, знаешь, я не против, если кто-нибудь подойдет меня на улице и кинет железным слитком, хоть на ногу. Нет, золотым, да. Золотым слитком. Железный слиток, он не такой же дорогой. Да, железный не такой дорогой. Лучше золотой. О, слиток, мне теперь не хватает этого дерева. Ну ладно, потом я его поставлю. Я хочу сейчас поставить пока горову. 3 головы гидры у нас уже есть с тобой, прикинь? Да. И они у нас там висят. Нужно еще одну для полной комплекции. И у нас будет 4 головы гидры. Да их вообще 5 можно. Так, куда мы там собирались? Мы собирались портал с тобой сделать. Ой-ой-ой, нет, Эндер-паук. Пожалуйста, я тебя должен убить. Пожалуйста. Нет, он ТП-шкается. Тупой Эндер-паук, где ты? Покажись. Ну, иди сюда. Блин, я его один раз ударю, он сразу ТП-шкается. Так надо его, знаешь, так один раз. Ударил меня, больно. Last death, телепорт. Он тут. Убил. Фух, у меня их уже 3 штуки. Их очень долго делать, очень долго собирать.
Потому что, блин, ну зато я надеюсь, с них будет что-нибудь интересненькое. Надеешься? Паук ничего мне не дал. Сундук, сундук это ты ставил. Так этого не будем пинать. Вон еще паук бегает, ладно, я его не поймаю. Что ты заколебал ТП-шкаться? Туда-сюда. Я только слышу, как он ТП-шкается. Ужас. Надейся и жди. Так, а ты где? Ну, мистик, погоди. Ты уже делаешь телепорт? Или как? Или ты еще не делаешь телепорт? В процессе, скажем так, в процессе. Я понял. Знаю я твои процессы. Где железо, где железо? У нас было железо, я точно знаю, у нас было железо. Ох, нифига у нас железо. У меня не хватает светоблоков, у тебя сколько их? А, сейчас, у меня их было очень много. Ну, тогда норм. Причем очень это мягко сказано. Вот да хрена. Да и хренище. 16 фэри ингот у нас уже. Так что это круто. Так, сюда еды у нас, в принципе, хватает. Броньку положу, пусть нафиг она мне сейчас с собой. И это мне нафиг с собой. Еды, в принципе, нормально. Это тоже положу. Это у нас свет. Это телепорт. Окей, все. У меня, в принципе, все хорошо. Только куда я положу свою светопыль? Ты мою, я надеюсь, не собирал светопыль? Нет. Ну, я ее очень много собрал просто. Нет. Я не знаю, где она. Вот, честно, не знаю. Только не говори, что ты ее потерял. Нет, потерять я ее не мог. Я ее мог выбросить. Я не мог ее выбросить. Я себя убью, если я ее выбросил. Окей. Я просто слепой, честно. Кто бы спорил? Кто бы спорил? Поднимите руку, кто спорил. А, видишь, никто не поднял. Нет, блин, реально я не вижу ее. Иди сюда. Ищи по сундукам. А, нашел светопырь. Все, не паника, не паника. Твои, кажется, эти. Кто? Где мои реалмитовые? Ты о чем? С этой печки 7 реалмитовых этих. Я их положил в сундук. Мне надо с них что-нибудь сделать. Я не помню, в какую именно. Из реалмитовых пока не надо ничего делать. Если тебе броня нужна, скажи, что именно, я тебе дам. Нет, я сделаю... У меня есть сапожки и голова. Я из реалмитовых кое-что хочу сделать. Что, например? Хорошо, я возьму тогда твои цветочки. Эй! Ну, в смысле, листики. Вот эти. Подожди, из этого, по-моему, можно сделать, если я не ошибаюсь. Я сделал себе этот, куртку. Blood Game Mine Bricks. Не нужен он нам. Может, из джангла? Что такое Blast Protection? Два, Jungle Lamp, окей, нам... Слышишь? Что? Blast Protection. Не знаю. Ладно, пофиг. Я знаю, что я сейчас могу сделать крутое. Где этот... вот они, 4 их. И, по-моему, из них можно сделать. Да, из них можно сделать. Кого? Так, сейчас. Сделаем их 10. 10, я думаю, хватит таких ламп, да? Айс ламп. Иди сюда. Да. По идее, вот это и есть телепорт. Вот он. Чего крипер, твою... Криперюша, класс. Зачет тебе лайк. Нет, все нормально, крипер уже ушел. А, блин. А, мне не хватило. В смысле не хватило? Две штучки мне не хватило, так что мне нужно сейчас еще пойти сделать. А, я их прямо здесь могу делать, что я ухожу. Так, 3, даже я чуть больше сделаю. Это не то зелье. Ты про какое зелье? Яр, можешь выпить? Нет, спасибо. Ой, по-моему, я немного не так сделал. Нет. Кстати, ты в курсах, что можно краю убирать в порталах? Да? Да. Я сейчас не буду рисковать тут, так что давай сначала я его построю нормально. Ты нахрен на бумаге ферму снес с крипером! Не я. Крипер, все к нему претензии, слышь? Да. Все, иди сюда. А это поджигать или топить? Это, походу, возможно, вот так вот. Нифига. Тогда зрители смотрят, дебилы. Дебилы, блин. Давай поджигать эту хрень. Портал вроде так же, давай попробуй, подожги. Сейчас я делаю зажигалку. Только не спали! Не-е-е-е-е-е-е. Кстати, у тебя вот эта броня офигенная. Ты, походу, забрал мои эти штуки, которые я положил. По-моему, да. Спасибо. И зачем ты мне кинул кремень? Не, чувак, эта хрень не горит. А водой залить? Или, я не знаю, может, это алмаз? Дурак, алмаз сюда кидаю. Ладно, я думаю, нам напишут, как сделать эти порталы. Не, мы обязаны ее сначала попробовать утопить. Ну давай, попробуй, но я не думаю, что это вариант. Где все ведра? Вот ведро. Отлично. Мне нужно только одно.
И слышишь, у тебя есть светопыль? Есть. Возле портала в ад я поставил немножко это, цветопыль, иди. Буква С. Это Г недостроенная. А, еще и так. У меня столько разноцветных этих алмазиков. Ну гость. Я достроил. Ну давай, пробуй. Хрен там. Ок, не проканало. А поджечь или вот этим нажать. Ой. Немного не то. Сейчас такой взрыв! Не то. Ядерный. Эй! Нет. Ничок, не прокатило. Попробуй поджечь. Не прокатило. Я как бы заметил, что не прокатило, прикинь. Ничего не прокатило! Это печаль, на самом деле. Ты вообще виноват. Сейчас я засожгу все нахрен. Эндер, так, блин, нам нужно когда-нибудь уже будет сделать что-нибудь нормальное с сундуками, потому что у нас тут такой бардак. Сжечь! Бардак. Сжечь! О, вон. Сжечь. Тоже не работает. Сундук сжечь? Или что ты хочешь? Нет, портал. А, ну ты зашибись. Че, попробуем, может, в этот сходить, в ад добыть эфритов, палочек. Да. Ну, вполне бы. Спасибо, только нам тогда нужно очень аккуратненько туда идти. Зачем ты горишь, Пол? Ты Пол. Я захожу туда. Кстати, а хочешь прикол? А мне кажется, что эти порталы можно делать только в Сумеречном лесу. А хотя нет. Это же из Divine RPG. Но. В чем Сумеречный лес? Но! Это я наркоман. Но! Давай, иди за мной. Сейчас пугать. А мне жрать нужно. У меня с собой очень много всякой всячины интересной. А мы эти часы пробовали в этом сделать? В Сумеречном лесу сделать? Ой, нажать. Нет. Чувак, походу это эти часы, которые нужно использовать в Сумеречном лесу, и возможно они что-то делают. Я взял твою реалмитовую броню. Спасибо. Ну об этом позже. Хотя она, в принципе, мне не так уж и нужна сейчас. Ну об этом позже. О, а мне выпал блок эмеральдов. В смысле? Не, знаешь, я так бил обычные эмеральды, да? А выпал блок, я только сейчас это заметил. Нифига себе. Нифига себе. Вот ты монстр. Монстр. Это у тебя такая кирка крутая или как? Я хрен знает, что это такое крутое, но пофиг. Я, блин, хочу один блок поломать этого адского камня, а ломается два. А ты знаешь, так, ты полу так, знаешь, на мышку не просто нажимай, а чуть-чуть так, совсем немножко. А можно просто на мышку посмотреть? Посмотри, да, посмотри на мышку, он сломает ее. Блин, ну ты сейчас, в принципе, в хорошей броне, поможешь мне их отпинать? Да, хорошо, окей, кого? Ладно, давай ты пока иди сюда, я сейчас быстренько попробую собрать вот это собрать. Я в аду просто, я не в курсах, куда идти. А, ты пешки ко мне, короче, просто. Ага. Ты, стой, тихо. Кого бить? Где? Это просто алмази, ой, эти я собираю. Я тоже туда пойду пособираю немножко. Ну вот, видишь этот? Ой, тут их два! Бей! Сейчас, погодь! Да ты не собрался! Бей, иди! Ты в хорошей броне, я это сам соберу, лагерь, я сам соберу это, я сам. Это самое безобидное занятие. Ты справишься? Да. Ты уверен? Да. Я тебе помогу. Он, походу, отстал от меня, фух. Не бей, у меня кирка на удачу, баран! Вот такую штуку не надо собирать, то есть все еще убивают. Да не выпадет она, успокойся. Мне по два уже выпадало. Нет. Ой, вон он опять бьет меня. Лагерь. Кто тебя бьет, я не понимаю. А, этот! Он меня теперь бьет! Сползай! Сползай! Думал, в сказку попал. Не, я-то смоюсь. Чувак, у меня есть веер, я смоюсь. Блин, ну тебе везет, слушай, с веером бегаешь такой наглый. Ну-ка, что здесь такого есть? Это фигня. Давай просто да побежим, сейчас попробуем от всех убегать. Надо и замок искать этот замок. Нам нужен замок. Да. Вот ей-богу, нам нужен замок. Я пошел против системы. Блин, а тут спуститься никак. О, андроид, иди сюда, дорогой. О, замок! Замок? This is замок! Обалдеть, только там слишком много этих наглых. Никогда не думал, что буду радоваться находке замка. Я до сих пор не могу поверить. Окей. Как ты здесь оказался? Нас там пинают, если что. Веер. Ах ты говнюк, я забыл про твой веер. Ладно, пошли. Ни хрена себе! Коша! Малаша! Яр! Саша Малаша? Не хочешь наверх посмотреть? Что там? Попробуй залезть на замок. Ну там. Что там? А, там? Там чуваки. А, я знаю, что их там много, но... Что-то я не хочу к ним идти. А где скелеты, мне интересно, обычные? Яр, вход в замок.
Ну, замок я вижу, но где скелеты? Они вообще как бы есть и просто в аду, то есть не обязательно даже находить замок. Ифриты! 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 Даже спаун ифритов, как я понял. Да, детка. Сколько? Одна палка всё лишь, бомжи. Так они тут появляются будут в курсах, да? Да я знаю. Ну ты там пока постой, я пойду это прогуляюсь еще по замку, может еще интересненькое найду. Подъем. Пути, мои путечки. Тут, ну знаешь, опа, знаешь кого я нашел? Кого? Я нашел скелетов, черненьких скелетов. Их тут два, потому что борода на. Сдохни, черт. Я имел в виду не я сдохни, а они сдохни. Ну ладно. Ты там главное это, подожди, никуда не иди, я сейчас сам туда тпшнусь, потому что там беда. Так, отойти, waypoint, LSDS. Окей. Ты, я надеюсь, далеко не отошел от того места, нет, где я был? Нет, вон там они, вон, развернись. А, там голова была, ты подобрал? Нет. А что, не было головы, что ли? Сегодня выпала голова. Привет, чувак. Не хочешь немножко упасть? О, я думал, сегодня голова выпала, чувак, сегодня выпала голова. Блин, не в ту сторону немножко упал. Ни хрена, их по 4 спавнится. Хренеть. Мухи-хи-хи-хи. Муха, убил, блин. Одного? Да. Вай, красава. Я не упал! Чёрт! Я тебя ждался. Ну мы тут палочки, по-моему, не сможем собирать. Как кто быть? Будет выбираться? Лагерь будет выбираться. Я уже выбрался. Лагерь уже давно выбрался. Каким образом? Веер! Блин. А! Нет, слушай. Палочки есть еще? У меня 2 палочки. У меня 6. Так, подожди, по-моему, с помощью палочек можно будет сделать... Так, меч это хорошо, но можно, по-моему, лук. Нет, нельзя лук. Я ошибся немножко. Аквастик был... Кто? Наглый. Окей, убил. 3 палочки у меня всего. Сколько у тебя? 6. Блин, я нечаянно себе на зомби начал лупить. За что? В смысле, нахрена? О, их опять 2. 2 скелета. Давайте идите ко мне. Да ладно вам. Скелеты не хотят своими головами делиться, слушай. По-моему, сейчас на меня будет агриться все силы. Зачем им голова? Без понятия. Вон скелетик стоит. Скелетик. Он, по-моему, смотрит в закат. Так, скелетик добрый. Ифрит, какого скелет. Хрена не летают, а я нет? Скелет, дай голову, пожалуйста. Отдай. Там, по-моему, маленький сюда, шанс. Ты должен быть здесь, ты должен туда перелететь. Там их 2. Сейчас, где? Полет это мой конюк. Покажи веер. Так я подожди, я, наверное, недалеко. Во, чувак, скелет. Нет, ну давай, я тебя давай здесь подожду, там просто... Там их было 2, теперь их там 1. Ты знаешь, кто ты? Ты очень нехороший человек. Я человек, скоромет. Кто? Человек с хоробят? Договорились. Ой, там обычный скелет, слушай. Это не гуд. И у меня стрел нет даже, чтобы его обстрелять. О, я у меня хп нету, я только сейчас просек. Блядь, на! Чё тебе, как там успеть? Да я пинаю, пытаюсь, точнее, хотя бы пинать этого. Летающего гаста. Гаст! Убил! Обалдеть, сколько я ему хп снял. Ну да. Ну ты где? Я тут сражаюсь с гастами, я не знаю. Ты, может, с ифритами? Да, с ифритами, да. Ну, блин, знаешь, тут как бы лучше бы ты сюда пошел бы. Да, оп, это было бы гораздо лучше, я тебе реально говорю. Привет. Давай, прыгай туда вот, перепрыгивай. Ты чё, офигел? Перепрыгивай давай. Я тебе не человек, паук, я просто чувак с веером. Ну давай, ой-ой-ой, гори, гори. Давай быстрей! Я ж туда не перелечу. От этого зависит наша жизнь. Чувак, я не долетел! Твою мать! Ты пышкайся ко мне. Ладно, окей, жду. Сейчас мешаются, слушай, очень сильно причем. Жди, пока я прогружусь в обычном мире, жди, пока я прогружусь в аду. О! Я сам умер. Ладно, я не умер, я упал. Но я теперь далеко от замка. Ну как далеко? Я низко. Я ниже замка. Ща, погодь. А почему ты еще раз не нажал, кстати, на этот? На... А он, короче, только один раз подкидывает. Да? А это печально. Блин, я даже теперь туда не могу забрать. Да блин, их тут слишком много. Соберу пока вот алмазик лучше. О, может тут подъемчик есть? Подъемчик. Окей, блин, буду так подниматься. После загаста.
Может быть, когда-нибудь я доберусь до верха. Может быть. Ай, больно, они бьются, они бьются, они бьются, очень больно. Пошел нафиг. Зато мы сейчас вернемся домой и сделаем уже нормальную кирку. Ну как нормальную кирку, которая сама будет все переплавить. Да, это хорошо. Это отлично. Это великолепно. Нам не придется печку тратить. Так, нет, в эту сторону еще пойду. Нет, печку мы не тратим, она бесконечна, сколько я знаю. Я имел в виду, не надо будет ее гонять. И тоже мы ее не гоняем, она на месте стоит, по-моему. Нет. Что, нет? Заколебали меня уже бить все. Их там 4, они просто натрали. А, там, по-моему, можно обойти, зашибись. Тут можно было обойти, а я ждал, пока ты перепрыгнешь. Да? Да. Спасибо. Я еще не долетел! Не, знаешь, все-таки мне эти ифриты начинают подбешивать. Я сюда зайду, подожду. Вот один. Новый, умер. Подлетайтесь сюда, ифриты. Я вас здесь попинаю. О, тут лук. Зачарованный лук. Что-то нужно выкинуть. Лук на силу 1. Но не так уж. Не такой шикарный лук, как, да? Как хотелось бы, но все же он более-менее лучше. Кто так, зажрался? Так хватит мне звонить! Я, короче, не буду брать трубку. Мне тебе никто не нужен, пофиг. Поверьте я мне. Я тут очень подписчики важным важнее. Делом занят. Я иду гасить его. Так. Уголь! Зомби. Нет! Смотри, трогай. Мне нужны только скелеты. Ух ты, блин, они больно бьются. Они очень больно бьются. Я, так они тут еще не одни. Ясно, они меня убили. У меня заканчивается еда. Слушай, нам пора возвращаться в обычный мир и набрать... Как отменить? Как не отвечать? Два раза сверху вот это, знаешь, на блокировку. О, реально. Прикольно, я не знал. Так, ТП-лайн. Это где? О, ты тут уже, тоже? Да. Я их, в принципе, конечно, погасил, но что-то мне подсказывает, что они не хотят делиться головами. О, и газ застрял! Говорю, не нет, первый не раз. Не Потому что они не первый раз мне уже головы не дают сей. На! Зачем вы тоже тебе... Зачем мне твой меч? Я бы тоже тебе свою голову не доверил. Они просто мечи свои. Мечи не нужны. О, ифрит. Молодец, умер. У меня 4 палочки. Если ты, конечно, со мной поделишься, то мне хватит на меч и... А, мне и так хватает уже. А сколько так... надо палочек на этот, на кирку? А, на кирку 3... Ой, стоит 2. А, так мне вообще шикарно всего хватает. Закон Киргофа, быстро. Закон Кирковки? Киргофа. Что это? Физика. Не спрашивай у меня такое. Пожалуйста. Блин, скелеты реально надо мной издеваются. Прикинь, он теперь на другой стороне. Он просто от меня спрятался. Так. Я даже не знаю, где ты теперь. Ладно, ладно, я тебя обманул. Ты физика. А что это было? Техническая механика. Я хотел сказать, чтобы ты сейчас не говорил, мы искали следующую серию. Ну ладно, так что всем спасибо за просмотр. С вами был Мистика Лайгер. Вернемся. Всем удачи. Так что всем удачи, до новых встреч. Пока.